В измаильском супермаркете «Тавревы» вот уже 5 лет подряд работает кондитерский цех, продукцию которого изготавливают 7 профессиональных кондитеров. Быстро и качественно справляться с десертами им помогает оборудование французского производства. Это миксеры, подовая печь и другие. Ежедневно в «Тавреве» продается около 50 кг кондитерских изделий, а за одну неделю выполняется от 15 до 20 заказов. Кондитерский цех супермаркета отличается разнообразием тортов, рецепты приготовления которых сотрудникам строго запрещено разглашать. На наших глазах старший кондитер «Тавреве» Лариса Дынченко создала 5-килограммовый торт. Это очередной заказ на свадьбу. Воздушный, белоснежный крем, нежно-розовое сердце, белые лебеди как символ вечной любви, огромное количество цветов и жемчужный блеск окунули в изумительный мир кондитерского искусства, на создание которого способны только настоящие профессионалы. Лилия Станкова, веб-студия «Курьер».